Несмотря на то, что декабрь на редкость выдался безснежным, в январе матушка природа, видимо, решила исправить положение. С начала января изо дня в день, менее чем за сутки, снег покрывает землю толстым слоем, образовывая огромные сугробы и заснеженные участки на дорогах. У детворы такое обилие снега вызывает восторг, чего нельзя сказать об автолюбителях. Погодные условия доставляют им немало хлопот, несмотря на то, что дороги обслуживаются ежедневно. В нашем регионе городские и волостные дороги обслуживает фирма ННД. Для борьбы с обильными снегопадами в ее распоряжении имеется около 50 единиц техники. И по словам руководителя проекта Александра Быковского, фирма вполне справляется с уборкой снега. Ну, как вы видите, погодные условия испортились в нашем регионе, и по прогнозам улучшений не ожидается, но наша фирма вполне справляется с этой погодой, с этим снегом. В общем, работаем в штатном режиме, люди ходят по сменам, дополнительных резервов мы не используем. Графики у нас достаточно разработаны, чтобы люди ходили по сменам и, меняя друг друга, выполняли всю свою работу, и включая и основные дороги, и второстепенные, и тротуары, и остановки. В общем, так, чтобы людям можно было комфортно ходить и комфортно ездить. У нас до 50 единиц техники по Ихве-Кохла-Ярве, и, скажем так, в такой интенсивный снег мы где-то в половину технику в технике используем. Можем использовать вполне, и не привлекая никаких дополнительных смен, дополнительных резервов. В связи с обильным снегопадом, особенно в северной части Эстонии, департамент шоссейных дорог просит водителей быть внимательными и осторожными на дороге, где скапливается рыхлый снег. Сейчас все основные шоссе Эстонии интенсивно чистят от снега. По данным синоптиков, обильный снегопад продолжится и завтра.